тут тема такая открылась в последние дни июля или начало августа. Это наше рыболовство хочет ввести какой-то лимит там на выловы. То есть сколько бы там вот ты не был на рыбалке, 5 дней, неделю, а ты выловить можешь только одну суточную или две суточные, так и непонятно пока норма. Я логики не вижу вообще никакой в этом. Какая может быть логика, если я могу сидеть неделю под дождем, не клево, ничего. Потом 2 дня будет лов, что теперь? Нет, вы даете вылов на одного человека. А на членов семьи? Почему нет? Или они должны со мной тащиться сюда, комаров кормить? Под дождем мокнуть, пятки оттаптывать. Им учиться надо, работать кому-то. А пенсионера-то вообще что трогать? Пенсионера, ходит он еще. Да слава богу. Не в поликлиниках и больницах простаивает, пролеживает. Он ходит, пенсионер. А вы ему говорите, нельзя ловить больше, чем в одни сутки. Да отпустите людей. И так работали всю жизнь. Если уж на пенсию заработали в нашей стране, так это значит, уж совсем все нормативы выполнил. Значит, уже если пенсию назначили, это все. Это человек герой труда должен быть. Поэтому дайте пожить, здоровье поукреплять. Цвет нации ходит на рыбалку. Цвет. Вот так вот. В общем, выводы каждый сделает сам.